Форм развития и самовыражения много, а творчество ребенка всегда основа основ. С него все начинается. На этом построена работа всех творческих коллективов библиотеки. Мы ведем подготовку к открытию нового сезона. Мы собираемся открыть изо-студию для детей и юношества мир искусства. Одной из форм работы будет действительно рисование. Рисование на мольбертах, будут работы творческие ребят. Но перед тем, как они начнут рисовать, это будет отличаться от классической изо-студии. Да? Они будут смотреть документальное кино, они будут смотреть образы. Художники объединения «Мир искусства» заявили о себе в самом начале 20 века, но их идеи актуальны даже через 100 лет. Если перефразировать их мысли, то сам источник красоты – это творческая личность. Она способна показать реально те образы, которые без нее закрыты для нас. Однако этому надо еще научить. Мне хочется их знакомить с миром прекрасного, разным миром, который есть и со стороны музыки, и со стороны литературы, потому что мы находимся в библиотеке, и со стороны живописи. То есть это вот такая вот смесь. То, что они могут понять, они возьмут. То, что они не могут понять, их догонят когда-нибудь. Творчество – это процесс необратимый. Всю жизнь мы изучаем мир. Мир воздействует на нас. Мы видим его таким, каким он предстает в нашем воображении. И это всегда ново. В этом и есть главная мысль мира искусства. Украсить мир вокруг. Наверное, будет весь разукрашен чем-нибудь и постоянно. Не будет пустого места вообще. Либо бантики, либо еще какие-нибудь шарики разные, еще что-нибудь. А главное, чтобы все это было интересно и образно. Занятия из-за студии будут проходить с начала сентября. Каждый вторник в 18 часов в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский.